Сейчас отправляюсь на лесное озеро. Предстоит длительный переход. Погода стоит немножко пасмурно. Минус 3 градуса. Ветер южный, умеренный. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Сегодня хочу половить плотвичку, окуня поискать. Все самое интересное, как всегда, вы увидите. Итак, я уже добрался к месту ловли. Сейчас начну облавливать. Вот здесь вдоль берега хорошее место. Вот на одной рыбалочке мне здесь повезло поймать рыбки. Но если здесь не будет ловиться, буду вдоль берега обследовать разные места. Сейчас сделаю несколько луночек и буду начинать рыбалку. Погода стоит прекрасная. Небольшой даже такой изморозь. Так что, думаю, рыбалка сегодня будет хорошая. Вот так начинаю рыбалку. Вот сейчас на одной из луночек поймался вот такой красавчик. Окунек. Луночка здесь недалеко от берега. Я еще сделал 3 лунки. Вот и начал их облавливать. Вот такая вот рыбалка началась сегодня. Неплохая. Окунек уже хороший, хороший. Оп. О, красавчик. Сейчас выбрал место. Здесь такое упавшее дерево. И очень хорошее место для ловли окуня. Глубина здесь от 3 до 4 метров. И сейчас попробуем половить. Сейчас поставил свежего мотыля. Посмотрим. Глубина тут действительно около 3. И поклевочка сразу же произошла. Как только забросил удочку, мормышка до дна дошла, так и сразу и поклевка. Сейчас попробуем на другой лунке. Опа! Что-то поймалось. Ух ты! Плотва! Так она стоит под верхом. Оказывается, мормышка только начала опускаться. Сверху и пошла поклевка. Значит, она не на глубине стоит. Сейчас попробуем ее с пол воды. Метр от дна. Вот от льда. Вернее, половить. Бывает такое, что рыба клюет в 2-3 метрах. В метре от льда. Вот. Поднимается вот такой слой воды и стоит стеной. То есть надо облавливать весь горизонт воды. Оп, есть! Ух ты, что-то хорошее! Ух ты! Ух ты, плотва какая! Вот это красавица! Вот это рыбалка! Буквально в 2 метрах от льда. Вот такая вот красавица. Плотвичка. Нормально. Такая рыбалочка. Думал окуня поймать. А здесь, оказывается, плотва стоит. В таком месте. И эта мормышка до дна не дошла. Я облавлю как бы горизонт воды. До дна еще где-то полметра. И поклевка четкая была. Вот. Так, продолжаем. Мотылек целый.
Была поклевочка опять. Интересная рыбалка. Чем интересно, что всегда непредсказуемо. Не знаешь, где поймаешь рыбу и когда. Оп! Есть. Ух ты, хорошая плотва. Вот это да. Вот это красавица. Вот это плотва. Вот это рыбалка сегодня. Супер просто. О, вот такая вот ловится рыбка. На такую зелененькую мормышечку. Вот и мотылек. Маленький мотылечек. Красавец. Видите уже сколько рыбки. Есть. Вот это рыбалочка. Только забрасываешь. Опа. Красавец. Вот это плотва. Вот это рыбалка. Опа, есть. Что-то есть. Опа, вот вечка хорошая. Вот такая вот рыбалка сегодня. Кому нравится видео, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайк. Делитесь видео с друзьями. Вот это рыбалка, плотвичка, красавица. Вот это красавица. Немножко подбросил корма и опять начался клюв. Оп, есть. Ух ты. Что-то хорошее. Вот это крупняк. Вот это плотвичка. Вот это красавица. Все-таки я ее выманил. Выманил я ее. И так осторожно взяла. Буквально за край губы. Итак, закончилась рыбалочка. Сейчас я вам покажу свой улов. Сколько рыбки поймалось. Вот такой сегодня улов хороший. Рыба поймалась практически на одном месте. Вот это место. И здесь я сделал несколько лунок возле упавшего дерева. И вот вам результат. Сейчас покажу мормышечку. Ловилась рыба вот на такую мормышечку. Вот она зеленая. Вот расцветки. Но я думаю, это не столь важно. И на вот такую обычную простую удочку. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Ну, будет много интересного. До новых встреч. Всем пока.